Всем привет, ребят! Сегодня посмотрим, как идет сабнафтика на Xbox Series S. Посмотрим скорость загрузки, посмотрим на графику, также посмотрим, какой у нас FPS, ну и, конечно же, на отклик от геймпада посмотрим, какой у нас здесь отклик от геймпада. Так, моментально загрузилась игра, в принципе, даже никакой загрузки не пришлось ждать. Настройки, покажу вам настроечки быстренькие, общие. Здесь я ничего, в принципе, не менял за счет только того, что я поменял звук. До 90 опустил общую громкость музыки на 35, потому что YouTube не любит постороннюю музыку, кроме той, какой она предлагает. Громкость моего голоса я сделал 85, в принципе, здесь это не столь важно. И громкость окружения на 90. В графике я ничего не менял, тут только цветокоррекция стоит. В принципе, тут нечего менять. Ну и контроллер я тоже ничего не менял. Все стоит, как оно есть, в принципе. Ничего не поменял, вообще. Ничего. Нажимаем играть. Начать новую игру. Выживание, свободный режим, хардкор. Давайте выживание, посмотрим. Загрузка уровня. В принципе. Я думаю, очень быстро загрузится. Сборка. Май 2020. Так. Ну, в принципе, быстро загрузилось. Даже очень быстро. Нажмите любую клавишу. А, пропустить можно? Не, давай посмотрим все-таки, что происходит. Два, один. Полетел. Да, капсула, он видно, что откуда-то мне скинуло с какого-то корабля капсулой. В принципе, не столько важно. Так. Подняться по лестнице. Давайте поднимемся, в принципе. Сразу же выйдем. Посмотрим заодно. Так. В принципе. Все видно. Итак. По графике. Что по графике? Графика достойная, кстати. Я думал, будет намного хуже. Вода очень красиво выполнена. Пена вот эта вот вся. Капсула внешне очень красиво. Отклик моментальный, в принципе, но тут 30 FPS. То есть 60 даже не пахнет тут. 30 FPS. Потому что мир огромный. Вряд ли тут будет когда-нибудь 60 FPS. Хотя оптимизируют, если будет хорошо. Почему нет? Так, что мы можем использовать? Ресурсы. Тут ничего нет. Ничего нет. Солнечная... Так. Так, аптечка. Взять аптечку. Отлично, на всякий случай. Тут что у нас? Тут ничего, все, поплыли наверх. Полезли, точнее, наверх, сейчас поплывем. Посмотрим, что там у нас. Поплыли. Да, слишком все бросается в глаза, 30 FPS. Хотя графика более-менее, ну, конечно, плоховастая. Так, это можно забрать? Металлом забрали, отлично. Прогружается текстура, вы видите сами все, в принципе. Я ничего не скрываю. Да, 30 FPS. Немножко неудобно играть за счет этого. Давайте сплывем. Посмотрим, что там мне предлагают. КПК какой-то открыть, только на какую. Ага. Откройте ПК, металлолом назначить быстрый слот. Выбросить кислородный гриб. Использовать могу. Так, что тут у нас? Здесь чертежи, что я могу сделать из того или иного, да? Так. Управление сигналами. И здесь. Прочитать. А я нельзя прочитать почему-то. Так. Туда попробуем поплыть. Или пособирать пока. Да. Графика, если бы на компьютере играл бы, я бы сказал бы, что это средняя, наверное, средневысокий, наверное, графика. Что-то типа того. Но никак не высокая. Да, средневысокая, но невысокая. Да, по управлению немножко неудобно, в том плане, что оно-то резко, да, все. То есть нет задержек никаких. Просто в плане того, что 30 FPS здесь. Поэтому это очень неудобно. Очень неудобно. Да, было бы 60. Может быть, бы управление попроще было. Хотя и задержек никаких в управлении нет, то есть все моментально. По графике, вот, посмотрите просто на огонь. На дальней текстуре вот весь корабль, который, смотрите. Он получается весь такой мыльный немножко. Вот в том, вот в этом, где я прям навожу курсором.
в этом месте мыло. Да. Графика, конечно, могла быть получше, но я имею то, что имею. Так. А долго еще буду плыть? Просто посмотреть, что у нас здесь. Красиво. Красиво. Рыбки плавают тут. Вот видите, прямо перед вами прогрузилась текстура. Просто моментально. Ну, может это потому, что первый запуск. Не знаю, может быть. Может быть. А может это оптимизация такая сама по себе. Ай, кто меня жрет? Твою мать. Как страшно было, реально. У меня чуть сердце не остановилось. Чё так страшно? Ужас. Кто это такой вообще? Куда я вообще поплыл? Фу. Вы погибли, потеряли часть вещей. Как страшно, ужас. Я туда больше не поплыву. А можно что-нибудь построить? Вон еще какие-то плавают рыбы. Да, наверное, хищник какой-то. Хищник, хищник. Я понял, я не буду тебя трогать. Разбейте известняк, а чем разбивать? А, все, рукой пока. Медь, жизненно важный компонент всего электрического оборудования. Угу, это для оборудования получается. Забираем себе. Всплываем. Где мой корабль? Вот он, мой корабль. Ну, не корабль, а капсула получается. Сейчас посмотрим, что можно скрафтить. Посмотрим. Давай, залазь. Спускаемся. Где крафт? Только я не знаю. Вот, изготовить. Так, персонально размещаемые объекты. Давайте ресурсы посмотрим. Электроника. Батарея. Так, изготовили батарею. Отлично, и что дальше? И что дальше? Открыть хранилище. Ну и вот сюда, в принципе, можно все перекидывать, как я понял. Стоп. Мы сейчас откроем чертежи. И что мы можем делать? Хм, странно. Знать бы, что тут делать. Изготовить ничего пока не могу. Стоп. Ресурсы, электроника, энергия, ячейка. Мне нужно добывать всякое разное. Поврежденное радио. Аптечка. Она сама изготавливается постепенно, походу. Выйти из спасательной капсулы. Ой-ой-ой, не-не-не-не-не. Акулы какие-то. О, уплыла от меня сразу же рыбка. Ну, в принципе, ребят, вот так вот идет Subnautica на Xbox Series S. В 30 FPS, ну, ничего страшного, в принципе. Кому это нравится играть, и в 30 FPS пройдут. Мыльновато, конечно, графика. Но это, опять же, кому как. Отклик от геймпада моментальный. В принципе, никаких задержек нет, но то, что 30 FPS, это немножко мешает. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Если тебе понравилось данное видео, подпишись на канал. Также поставь свой лайк и напиши свой комментарий, что ты думаешь об этой игре и о Xbox Series S. Также можешь подписаться на группу ВКонтакте и присоединиться к Discord серверу. Всем до скорой встречи, ребят. Пока. Скоро увидимся.